Горе-угонщик, напавший на хозяина авто, приговорен к 2 годам колонии. В мае мы рассказывали про случай неудавшегося угона во дворе дома 146 по улице Худайбердина. Парень пытался угнать машину буквально на глазах автовладельца, но врезался в ограждение. Выскочил из машины и побежал. Потом вдруг развернулся и набросился с отверткой на хозяина машины, который бежал за угонщиком. В потасовке оба получили ранения. Полиция забрала угонщика, который ранее уже был судим за кражу. Вот как прокомментировал приговор автовладелец едва не угнанной машины. Вообще не хотел его сажать. Пусть бы меня морально, материально ущерб выпустили и все. Я не согласен, чтобы его посадили.